Всем привет, дорогие друзья, с вами Стивен. Сегодня поиграем в игру под названием Game Dev Tycoon, или по-другому симулятор разработчика игр. Давайте создадим нашу компанию. Назовем просто его Стивенс. Так, давайте посмотрим, что нам нужно при сортации. Нам история квеста вообще не нужна насчет геймплея. Как можно, так что давайте чуть-чуть ближе подпишем. Создает комбинацию диалоги, кажется, не важно для этого типа игры. Платформа сочетания жанра симулятор пока отлично. Отлично. Это нам помогло. Так хорошо, мне это ничего пока не надо. Давайте, кстати, да, исследовать. Я хотел бы посмотреть, какие у нас есть еще тематики, можно сразу их разблокировать. Так, НЛО, детектив, жизнь, дикий запад. Ну давайте дикий запад. Жанр у нас экшен.
Историка квеста. Уже можно понять.
историю, создать еще одну игру, и, в принципе, можно на этом уже закончить. Да, отлично. Так, создаем новую. Выбрать тематику одного. Выбрать жанр. Это у нас будет какая-нибудь идея. Очень нервная. Давайте стратегию сделаем. Давайте основу экшен. Давайте экшен. Или поручение. Так, что нам тут важно? История квеста, ну, в принципе, экшен, ну, чуть-чуть можно, чуть-чуть устать, чуть-чуть, вот так, геймплей. Оставим движок, да, движок тоже оставим. Игра реально должна получиться, мне кажется. Так, искусственный интеллект. Понизим дизайн, который можно поднять, чуть-чуть упустить диалог. Я его не оставил вот так. Лиса 32460 фанатов просто за год. Нормально так поднялись. Так, звук. Да, согласен, звук нам нужен. Графику чуть-чуть понизить. Дизайн не расставляю.